Так, привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Сейчас утро, но вы это смотрите, конечно же, не с утра, наверное. Я продолжаю играть в Майнкрафт. Как, наверное, помните, я остался в этом замке. Кое-как выжил, тут меня напали просто толпы врагов. Мне сказали, надо вот эту штуку типа сломать. Только зачем? Ух ты, ёшкин! Ясно. Ясно, ребят. Так, интересно, я отсюда выберусь. Так, сколько у меня? 14 блоков, да? Надеюсь, я отсюда выберусь. Ха, интересно. Так, еще 4 блока у меня. Так, ну, как раз оранжевое дерево нам поможет. Так, окей, буду знать. Туда ходить особо не стоит. Я, ребят, давненько не играл, уже забыл, как играть на самом деле в Майнкрафт. Потому что я не особо любитель. Но последнее время мне очень нравится, поэтому... Сейчас откроем проход. Так, там крипер, почему он ходит днем? Я не знаю, почему он днем ходит. Так, он меня заметил. Все, готово. Так, ну надо дома хотя бы... Блин. Я реально забыл, как что делать. Но. Так, нам надо спуститься на 12. Черт. Вот козел. Откуда они берутся днем, ребята? Я не понимаю, реально. Вроде мне говорили, что зомби берутся только ночью. Поэтому, если вы знаете, почему они здесь расхаживают, напишите мне в комментариях. Я реально не знаю, почему они здесь ходят. Ай-яй-яй. Так. Да что ты будешь делать? Так. Все, окей. Блин, я реально забыл, как это... Как тут играть, а? Здесь вроде я все правильно делаю. Вот уголь. Тут у меня... Ну, будем вот тут изучать местность. Это по-любому. Но нам нужно... Древесина, да? Вот эта вот древесина, которая у меня в руках, она, интересно, подойдет. Нет. Четыре штучки. Ну, пока сойдет вроде. Двенадцать это уже хорошо. Так. 12, 12. Вот здесь. О, 32 светильника, это очень хорошо, поэтому пойдем мы вниз сейчас. Будем спускаться и при этом ставить свет. Потому что
Свет нужен. Зомби появится, меня просто схавают. Я не хочу этого. Они тут регенятся очень быстро. Так, это что за сундуки тут? Так, я слышу, что зомби где-то рядом. Ой! Окей. Это было очень классно, ребята, и я не помню, как попасть назад, а. Черт, я все потерял. Да. Вот это потери. Это не очень приятно, на самом деле. Я не ожидал такого поворота. Вот это поворот, да. Я не запомнил, куда мне идти, поэтому сейчас пойдем мы в эту сторону. Так, почему тут так, какие-то горы, что ли? Как-то резко меняется локация. Даже очень-очень странно для меня. Я не привык к такому. Так. Мы по пути убьем пару овечек. Давай, давай, давай. Хорош. Но... Все. Потом вспомним, как там... Как там делать кровать, я как-нибудь вспомню. Так, я больше не пойду в пустыню. Хочу пойти в противоположную сторону от пустыни. То есть там пустыня, там пустыня. Там пустыня, значит мы пойдем туда, дусики. Так, надо вспоминать, как играть в Майнкрафт. Ой-ой-ой, дождь пошел, да вы что, ребята? А, это только здесь, да? А, нет, здесь будет. Блин, тут кругом пустыня просто. Нам надо туда, значит. Чтобы пережить ночь, нам нужно хотя бы дерево, что ли. Но дерева у нас нет, поэтому еще построим землянку, как всегда. И переживем ночь там. Эх. Да ё-моё, такое классное место было, реально. Если бы ее найти, это место... В принципе, я на записи могу посмотреть. Ну, где это место находится. Я так и сейчас делаю. Так, ну вроде я понял примерно, где находится. 83x и 63 этого. По-моему, я иду в правильном направлении, потому что, по идее, вот... Стой. Это вот здесь было. Что? Нет, это же не здесь было. А, сейчас. Так. Так, ну мне лагануло. И зависло, короче, как-то. Стремненько зависло. Так, ну я чувствую... Ну, вряд ли это дерево найду. Вон наверху дерево. Так. Сейчас дерево найдем, землянку устроим. Попробуем найти уголь. Переживем ночь. И дальше покатим. Да-да-да, дальше надо идти. Конечно, я не найду этот свой... Домик, вот там еще одно дерево. Очень жалко, очень. Нереально очень жалко. То, что вот так вот получилось, блин, пипец. Так. Хм.
Так, ну вот дерево. А, черт. Да. Так, уже почти ночь. Угли я навряд ли найду здесь за такое время. Ну, черт. Так, давай сховаем. Блин, почти полный. Ух ты, подождите, там свет. Там свет. Да ладно. Это же моя землянка, нет? Ой, ой, нет. Это, блин, лава. Отвали. Сочи. Сахарная тростинка вобью. Он погибнет, нет? Конец-то. Так, давай быстрее здесь, только в лаву не упасть. Тихо, под себя не надо. Отлично. Ух ты. Самое главное есть свет. А, черт. Блин, верстак что ли надо построить? Ну, я хотел просто пережить и дальше идти потом. А, ты что, гравий что ли? Да. Ты куда? Так, окей. Я застрял, походу. Но здесь нас никто не тронет, я так понял. Здесь лава, значит здесь переживем ночь. Давайте построим верстак. Будем рубить камень. Что еще делать? Так я не понял. Черт. Да, конечно. Клево тут у нас. Земляночка получилась офигенная. Эх.
Да. Ну ладно, будем искать, наверное, следующую серию уже. Новую локацию. Отсюда выберемся как-нибудь. Ладно, был, с вами был Акул. Ребята, если вы знаете, как попасть назад на то место, где я был, то напишите мне в комментариях. Спасибо. Пока. Ой. I turn it up.